Вот, коротко, вот, оп, аша 12. У кого вопросы есть? Один выстрел в грудь. Четвертый броник. Слева. Тоже аша, что ли, там? Он, походу, за беттером на коробках на этих сидит. Я там уже второй раз слышу его выстрел. В одном и том же месте, причем. Он уже смещается, Коли. Дальше. Кто-то вот там, и кто-то вот там. Все, этот чел ходит в комнате с БТРом под дерево. Да, чуваки. Тут чел. Кто-то еще. Но они вот этот труп могут просто контролить, я его никак не полутаю. Так, надо, короче, в сторону МЧС, наверное, сходить, там ботов поубивать. Кто-то на машине, кстати, уехал. И надо второй этаж прочекать. Ах ты, сука. Сидел, что ли, там где-то снизу? Граната тут. А это бот? А чё он даже не поорал на меня, просто выстрелил сразу. Это чела-бот, походу. Вот он и бегал надо мной, скорее всего. Да, он полутал трупик моего типа. А, так он и второго полутал. Жетон с него снял. Кто оружие скинул? Вот он и ЧВК последний. Который третий у них друг сидел. Вот он все еще здесь сидит. Который в БТРе был, поняли, да? Вот такой вот геймплей интересный.
Даже двое тут сидело. Ёпашу мать, вы чё? Вам так реально интересно играть? И здесь рядом с ними челобот сидит, прикиньте. Я худею, Рая, блин. Дом сгорел, а ты живая. О! Хера. Хера. Это тут вот эти типы сидели все это время. Да вы что? Перезарядки. Реализм 911. Понял тебя. Вопросов нет больше к вам. Типа никнейм Реализм 911. Чего вы ожидали, чат? Ну нахрен, картонная коробка, блядь, не простреливается, аж А12. Хотя, может, она не пустая, конечно. Там они принесли какие-нибудь бронежилеты, там, я не знаю. Либо противотанковую броню. Кастрюля. В натуре, бля. О, надо мной кто-то бегает. Удачного стрима, хорошего отдыха. Николаевич, спасибочки. Что там у нас, завод? Сука, там челоботовская. Доволен? Ух, видеокарту принес, да. Так, что там у нас получилось-то? Раз, два, три, четыре, пять ЧВК. Ну, это пати вот было. И сколько-то челоботов. Серый дряхлый за мной бежал, но у него что-то не пошло.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.